действительно, то, что родилось, это очень здорово, была идея очередей, и вот эта совокупность, когда сильные люди объединяются, светлые головы и дополняют друг друга. Виталий, огромная благодарность, да, что он подключился, у него хорошие специалисты в этом плане, IT, разработки и так далее, у них большой опыт, и, конечно, они очень быстро сделали эту идею, воплотили в жизнь, в реальность, и мы даже не ожидали, что она так выйдет так скоро, мы думали запустить ее чуть ли не, может быть, даже после Нового года. Но так получается, что как раз к Новому году, когда все хотят подарки, все хотят хороший стол, все хотят дарить близким своим подарки, да, и чтобы было на что дарить, как раз пришел к нам вот этот инструмент, воплощается в жизнь. Если вкратце, то там есть 4 очереди на 50, на 100, на 200 и на 400. Вы заходите в кабинет, регистрируетесь, регистрация проходит очень простая через Telegram. Что вам для этого нужно? Подготовьтесь, пожалуйста, друзья, заведите себе Telegram, чтобы в Телеграме был никнейм, да, Телеграма, вот это имя пользователя. Заведите, пожалуйста, себе криптокошелек, положите на него сумму минимальную, это $50, максимальную это где-то 220, то есть все зависит от ваших аппетитов, да, и соответственно, чтобы вы умели уже этим пользоваться, криптокошельком, потому что здесь, друзья, будут пересекаться, движение будет очень быстрое, количество народа у нас, комьюнити очень большое, уже больше 50 тысяч, да, выросло у нас за 3 месяца, и все готовы к старту. И плюс это интернациональное сообщество, да, где люди находятся на разных странах, разных континентах, и валюта, которые будут обмениваться, не у всех есть рубли или доллары там, или еще что-то, поэтому выбрали это USDT TRC-20, это то, что у вас должно быть на кошельке, да. Вы попадаете в кабинет, значит, встаете на живую, там будет живая очередь, то есть здесь реферальная ссылка не имеет значения, но она имеет косвенно, да, Виталия потом это дополнит, значит, сама система, вы попадаете в кабинет, присоединяетесь к очереди, все начинают с $50, никто не может начать там со 100, с 200 или с 400, все идут в одной линии. Значит, попадая в кабинет, активируете на 50, вам назначается, как только вы подарили подарок и легенда вас подтвердила, тут же вам сразу же назначается 3 дарителя. Если вы, скорость будет зависеть только от вас, от ваших действий. Если вы зашли, нажали присоединиться, но подарок подарили только к вечеру, там прошло 5-6 часов, соответственно, те люди, которые зашли позже вас, но сделали подарок быстрее, им уже назначают новых дарителей, а вы просто сидите и теряете время, да, здесь. Поэтому здесь скорость очень важна, именно получение оперативности вот этих подарков. И, соответственно, вы подарили 50, вас система подтверждает, легенда вас подтверждает, и вам уже назначаются 3 дарителя. Как только вы получили от них 3 подарка, у вас опять есть возможность, заново встаете на 50, и так 3 раза. 3 раза дарите по 50, 3 раза получаете по 150, после чего система вас автоматически закрывает вам возможность на 50, перекидывает вас на 100. На 100 происходит то же самое. Вы дарите 100, получаете 300, и так 3 раза. После 100 это 200, переходите на 200, после 200 это 400. Вы дарите 400, получаете 1200, и так 3 раза. Это основным вашим аккаунтом, да. И после 400 система вас обратно отправляет на 50. То есть нет такого, что вы зашли на 400, катаетесь только на 400, вниз не спускаетесь. То есть система принудительно вас опять отправляет вниз в очередь, как раз за теми людьми, кто зашел чуть позднее или кто-то проспал и еще что-то таким образом, да. И проходя вот так вот один круг даже, да, один круг, это мы посчитали в чистом виде, это $4500, да, друзья, как быстро это вы пройдете все эти 4 очереди, это будет зависеть только от вас, как вы быстро будете нажимать на кнопочки, принимать и отправлять подарки. Какая будет скорость, мы не знаем, потому что это ноу-хау, так скажем, этого еще ни у кого нет, это не было откуда-то скопировано, это мы проходим вместе с вами впервые, и статистика у нас уже появится чуть позже, и мы будем понимать рост, динамику и так далее. Да? Это если вот вкратце. Еще вкратце скажу, что там будет возможность для того, чтобы не делать там кучу аккаунтов себе,
да, как у нас это любят делать люди, и тем самым придется покупать новые симки, заводить телеграм-аккаунты и так далее. В кабинете будет возможность, доступность, так скажем, аватара, да. Аватаров будет несколько, их будет три, то есть можно будет активировать их либо поочередно, либо все сразу же, это уже зависит от вас, да, то есть вы, например, заходите основным аккаунтом, подарили подарок на 50, активируете первого аватара, тут же еще раз дарите 50, да, активируете третьего аватара, тут же опять дарите 50, четвертого. Единственное, что добавлю, третий и четвертый аватар у нас есть такая, скажем, подарочная тоже активность именно в плане сообщества, да, подарок для сообщества. Потому что, смотрите, друзья, здесь нет обязательства, здесь нет квалификации, да, приглашать людей и что-то еще делать. Человек, если хочет, конечно, он приглашает. Если он не может еще что-то, здесь это не возбраняется, там он также будет получать подарки. Но те люди, которые будут проявлять особую активность, это будет видно в системе, у них будет реферальная все равно ссылка, да, и в системе будет видно, сколько у них человек в команде, в первое видение, в глубине, из этого, так скажем, будет фонд, из которого будут дариться те самые подарки, приятные сюрпризы, чтобы люди за то, что их не просили делать, приглашать, но они все равно это делают, да, получали дополнительные бонусы и стимулы. Вот эти как раз второй и третий аватар, они будут активироваться там от 5 до 10 где-то долларов будет стоимость активации данного аватара. Вот. И, соответственно, эти средства как раз будут уходить на то, чтобы формировать вот этот фонд подарков. Да, Виталий. Фонд подарков, поддержки, развития, все остальное. То есть, потому что для того, чтобы поддерживать всех, необходимо тоже, чтобы не только люди как волонтеры, а чтобы могли ответственно подходить к вопросам, помогать каждому из вас, отвечать на вопросы и все с этим связано. То есть это очень важные такие моменты. Если мы хотим расти, охватывать большое количество людей, необходимо делать это с любовью, с радостью, чтобы все могли получать от этого пользу. И те, кто об этом заботится для того, чтобы это жило, работало и двигалось дальше. То есть это очень важно. То есть. Главное понимать, Свет, большое спасибо. Ты большой мастер без визуальных вещей, то есть рассказать в деталях, как это должно быть. Будет обязательно в ближайшее время презентация, она уже завтра будет готова, где уже можно будет организовать и сделать в Zoom достаточно развернутую презентацию. Я люблю уже так детали уже в глубину выходить для того, чтобы показать, как это все работает, как это функционирует, для того, чтобы каждый понимал, как выстроены инструменты и как каждый может получить от этого пользу. Главное понимать, что система доступна, очень проста, она справедлива, она сбалансирована, то есть неважно, когда ты попал там первый, последний, роли не играет, она балансирует практически всех. Потому что попадая на 50 долларов в очередь, ты как только получаешь свой первый подарок, у тебя получается система автоматически переводит назад, и ты на уровне времени, кто быстрее, то есть время будет играть очень большой фактор. То есть ты переходишь, и ты, получается, тем самым зацикливаешь тех, кто зашли до этого, и таким образом в кругу справедливости, будем называть его такой круг справедливости, проходишь это снова второй раз, опять зацикливаешься опять назад, проходишь третий раз, только потом переходишь на 100. Также три раза, как только ты получил подарок, ты переходишь на начало. То есть сама форма, так как это сделано, это достаточно очень просто, доступно для того, чтобы вы могли на мобильной версии очень легко с этим обходиться. Там есть функционалы, где будет видно конкретно, какое количество людей в очереди, как быстро они добавляются. То есть это будет такая интересная игрушка, где можно видеть, играть, смотреть и очень легко взаимодействовать и коммуницировать с друг другом. То есть это цель была, чтобы это было что-то такое доступное, понятное, такое сбалансированное, чтобы она на каждый день помогала людям чувствовать материальную ликвидность, чтобы они действительно помогали друг другу, чувствовали себя комфортно и чувствовали, что жизнь прекрасна, потому что в этой жизни очень много замечательных людей, которые помогают друг другу. То есть. Поэтому для того, чтобы объединяться, нужно понимать, где, как, в чем объединяться. Нужно людям тогда уже до конца показать, открыть, как это работает, потому что это действительно новинка, это не просто где-то как-то, то есть это было создано, там вложено огромное количество опыта. Очень сложно сделать что-то очень простое, поэтому получилась очень классная, простая модель, которая каждому из вас позволит
сделать свою жизнь чуточку лучше, наполнить свои карманы деньгами, материальными благами, чувствовать себя более приятно, не иметь никакое давление, что кто-то должен что-то делать, а когда вы будете этим делиться, люди автоматически, вы их об этом не просили, они будут дальше рассказывать, будут делать это вместе с вами, вы будете понимать, как это классно. Для того, чтобы это произошло с вами, чтобы вы могли пропитаться и проникнуть все той энергии, которая вот присутствует, я 2,5 месяца, то есть сам лично детальненько, то есть вот в этом всем копался, разбирался, изучал рынок, чтобы сделать что-то такое, чтобы вы от этого кайфанули по-настоящему, чтобы это было действительно для людей. Я в какой-то степени вот и с Андреем, и со Светой, и со вторым Андреем тоже вот были у нас некоторые дискуссии, то есть и до этого, и так, поэтому я объяснил свою позицию, почему вот пытался постараться сделать так, чтобы это было вот что-то, чтобы вы могли действительно по-настоящему почувствовать, что это хорошая такая помощь, это хорошая поддержка, которая позволила вам действительно менять свою жизнь, тем более к Новому году сделать ее прекраснее, интереснее и счастливее, то есть в любом случае. Поэтому для того, чтобы эта магия с вами тоже произошла, наверняка в ближайшее время Светлана сможет опубликовать, сказать, когда будет презентация, то есть подготовлена классная презентация, детальная, визуально. Желательно для хорошей связи, чтобы все могли поучаствовать, чтобы получилась хорошая запись. Может быть, есть смысл будет пригласить всех на Zoom, поэтому обязательно примите приглашение на Zoom. Приходите, мы сделаем широкую, большую такую комнату, запишем все точечные моменты, прям покажем, откроем шторки, загляните за кулисье, и вы влюбитесь так же, как я влюбился вот в этот маленький механизм, который позволит вашу жизнь просто радовать каждый день. Это факт. Поэтому это маленькие тонкости, о них немножко позже. А пока слово Светлане, ты большая молодец, то, что умеешь быстро так скомпоновать и донести презентацию в коротком формате. Я, так как участвовал в этом произведении во всем, не могу это делать чуть-чуть коротко, мне нужно в презентационном формате передать. Поэтому я уже продолжу такую вторую часть в Zoom, а пока передаю Светлане слово. Она большая молодец в этом отношении, умеет делать дело, умеет доносить информацию. Поэтому с моей стороны все. Мы увидимся уже такой вот уже на детальной презентации. А пока что Свете слово и до новых встреч. Увидимся снова. Спасибо большое за Да, приглашение, Света, было спасибо, так Виталий, да, спонтанно. Я благодарю. думал пару минут, потом понял, что презентация, так растерялся, думаю, блин, все, пора пинать Свету под столом, говорю, Свет, все, по ноге пнул, говорю, выходи, разбирайся коротко Да. о главном, я потом попозже буду, то есть рассказывать все Хорошо, уже остальное. спасибо, что присоединился. Благодарим тебя. Спасибо большое. Друзья, спасибо, что присоединились сегодня тоже к нам. Спасибо, большая, да, благодарность вам за это, что вам это интересно. Хочу заранее, да, попросить прощения у тех, кто, может, кого-то выбивает, не слышит и так далее. Мы не думали, что будет прям сильно большое количество народу. Конечно, не ожидали, что будет подвисать Телеграм. Вот, но в любом случае у нас, смотрите, до середины декабря это будет запущено. Значит, в ближайшее время мы еще раз сделаем Zoom, уже проведем в Zoom, да, максимально приглашайте туда друзей, знакомых, запись можно будет эту передать, еще раз прослушать на видео, посмотреть, да. И основное еще, да, что хочу подытожить, друзья. Здорово, что у нас мы объединяемся в одно целое, мы объединяемся, и у нас в рамках сообщества там, да, приходят те инструменты, которые мы можем использоваться и делиться этими инструментами не только с нашим сообществом, да, сообществом Ubuntu, но и со всем остальным миром, которые также нуждаются в тех или иных инструментах. И за счет того, что это быстро, это скорость, и за счет того, что здесь есть быстрое получение именно подарков, конечно, это классный инструмент, еще пользуйтесь для продвижения ваших досок, да, потому что, еще раз это подытожу, это живая очередь, она на быстрые, это быстрые деньги, это деньги на каждый день, так на мелкие расходы, но все-таки, чтобы получить большие подарки именно, воплотить свою мечту, купить какую-то недвижимость, купить дорогой автомобиль, это все же, это наши доски, которые там, зайдя на доски, у вас параллельно будут и живая очередь двигаться деньги на каждый день, и долгосрочные перспективы доски, это наши, да, то есть дойдя там до платиновой доски, до даймондовой, у кого какие, да, вы можете саккумулировать там себе одномоментно на квартиру, да, в живой очереди вы все равно, вам надо будет долго копить, чтобы это как-то скопилось,
копить, там еще что-то, а здесь не упускайте эту уникальную возможность. Очередь вам позволит собирать быстро и легко команды, то, что у многих не получается, да, пригласить на живую очередь, особенно такое условие, что где не можно и не приглашать, то тогда люди идут очень просто и легко. И опять же, друзья, насколько долго это будет жить, мы уже продумываем технически, да, у нас уже есть планы, идеи, как это сделать максимально долго, чтобы она не быстро все кончилось и остановилось. Это первый момент, секреты все раскрывать не будем, да. И второй момент, опять же, доносите, пожалуйста, правильно транслируйте информацию, да, мы с этим уже сталкивались, когда люди говорят, ничего делать не надо, залетай и так далее, да. Доносите с той позиции, что да, ты, если не получается, нет квалификации, ты можешь, конечно, не приглашать, но если у тебя есть в твоем окружении люди, которые тебе не безразличны, которым ты хочешь помочь, которые тебе дороги, то дай, не молчи, дай им эту возможность, расскажи о такой классной идее и возможности, где они смогут получать подарки так же, как все остальные, да. И, соответственно, те люди, которые присоединяются, и вы видите, что у вас, вы рассказали своим близким, друзьям, а те уже пошли транслировать дальше, поэтому, потому что об этом невозможно молчать, и вы понимаете, что у вас уже нехотя, сами того не ожидая, строится команда, берите эту команду и предлагайте еще второй инструмент, параллельно это, конечно же, доски, заводите их и говорите, вот здесь вот вы можете там 3-4 месяца, они все равно пройдут, да, но в одном случае, когда вы зайдете на доски, у вас уже будет движение и там, и вы уже на досках доберетесь и до золота, и до платины, там, да, а если вы упустите эту возможность, этот момент, будете крутиться только в живой очереди и не станете заходить на доски, то есть у вас 3-4 месяца и так пройдет, но в одном случае у вас будет уже золотые и платиновые подарки, а в другом случае нет. Поэтому всегда, как я говорю, два источника лучше, чем один. Вот. Поэтому рассказывайте всем друзьям, знакомым, пересылайте видео, делитесь информацией к Новому году, потому что очень скорость будет быстрая, максимально все получат подарки благодаря такому уникальному алгоритму и даже для человека уже результат, у которого никогда ничего не получалось нигде, в каких-то проектах, еще что-то, но здесь, подарив $50, да, уже получив обратно 150, здесь человек уже чувствует себя комфортно, и вот они, первые успехи, первые результаты, они зажигают, и уже есть поделиться результатом с друзьями и близкими. Как обычно, люди у нас всегда приходят, большая часть людей, на результат, на того, что у меня получилось, да, значит, получится и у вас. Поэтому, друзья, всем большая благодарность, спасибо, что пришли. И, конечно же, мы сделаем еще несколько сессий, АМА-сессии сделаем, да, и вопросы-ответы будут, сделаем. Сегодня мы сделали так коротко, чтобы вкратце, так скажем, донести саму основную цель, суть. Вот, и в ближайшее время у нас есть новостной канал, как раз где вы сегодня все присутствуете, приглашайте сюда максимальное количество народа, мы этот канал будем вести, наполнять еще, да, чтобы на следующей презентации здесь будут все первоочередные новости, и как только у нас в ближайшие пару дней пройдут тестовые работы, тестовые режимы, пройдем, уже будет у нас точная информация по дате, когда мы сможем все-таки уже официально стартануть уже с подарками, поэтому всем большой привет, большая благодарность, и до новых встреч, друзья. Пока-пока.